том же месте в тот же час. Почему в тот же час? Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, привет. Ой, Сережа меня встретил с работки. У нас уже темнеет. Таки довольно быстро. Сегодня, ребят, у нас 21 декабря. Минус 4. Минус 2. Минус 4, я смотрел, 3,7. Не знаю, тут машина не знаю, показывал. Нуль вообще тепло. Луна, луна. Где луна? Луна, полумесяц уже. Ветерка, ветерка нету. Снега нет. Красота. Да, снег не нужен. Нафиг он нужен. Че, куда идем? Я не знаю, зайдем пирожки, будем брать. Нет? На работку? Ну, не знаю. Прям хочется гулять и гулять, да? Не знаю. Хочется, не хочется. Хочется. Дома сидеть, на работу больше не ходить. Вот это ищут. Да, обзор. Закладки, блядь, ищут. Уроды. Детские сады, они, блядь, закладки ищут. Это не мы же закладывали. Я сейчас так сниму, блядь. Ну, деньги, да, не надо. Деньги плати, заплати. Все. Сережу понесло. А может другие, мне кажется, один в красной куртке был. Это значит другая пара. Витал пакет. А почему они сюда по двое ходят? Один это. Ну почему по двое бывает по одному? Это Сережа сейчас рассказывает ситуацию. Шел за мной. И двое ищут. Поняли, да, что ищут? Закладки. Может, нельзя такое говорить? Ну как нельзя говорить? Это, блин, болезнь общества нашего. Ну да. Рядом с детским садом, напротив, через дорогу. Начал им говорить, вы что творите? Они начали это оправдывать. Это не мы деньги заплатили, нам сюда скинули, что здесь искать. Сейчас идем, другая парочка тоже шарится. Ищет. Мы пойдем? Я не знаю, давай зайдем. Сейчас зайдем, Сережа, пирожочек купим на работу. Пробочка. Семена, рассада, цветы. Раньше не же это было. Бывает давно здесь семена. Проспект Металлургов выходим. Вот это, наверное, парочка и была. Нет. Нет? Ладно, еще что. Ой, прям вообще на улице кайф, просто кайф, все на расслабоне. Как там, на кайфе, на расслабоне или как? Ну, на чили, на расслабоне. Сейчас зайдем в пекарню, возьмем Сережу на работу в ночь, булочки какие-нибудь. Речку написали. Товарищ? Не то ли площадь расчищали, снег он напихали. Ну, может, там территорию просто разбирали, ну, мы разбирали, расширяли. Здесь-то нет. Ну что-то там тоже не видно, что это, наверное, волны. Красивый дом, да? Пойдем. Стоит? Стоит. Пойдем. На улице прям кайф. Мы с Сережей зашли, купили пирожочков пару штук. На 500 рублей пару штук. Не прикалывайся. Чё, а что там знак вот так вот? Ну, наверное, свет, ветер когда был. Да? Вон что-то рекламная акция какая-то. Радио, авторадио, что ли? Ладно. Смотрите у нас, чтобы вы понимали. Ну, это где люк, конечно. Ну, Водится. Новое, кстати, новый мост. Постоянно парит. Ну, оно парило постоянно, оно здесь уже Новый год проваливался, здесь пешеход. Даже полгода не прошло. Как сегодня шел снежок. Где-то беленький. Здесь
крышки вон какие на колодцах сплошные вставали. Yep. Ну вот ты же снимала. Мало того, что она не по размеру, она еще и лопнет пополам. Кто-нибудь наступит и нырнет куда-нибудь. Немножко потихонечку идет. Вот здесь раньше стояли. Пока тепло гуляет, наверное, по чуть-чуть. Бетонные отбойники. Ну, высокие стояли, помимо волнушки, по-моему. Не помню, волнушка стояла, по-моему, тоже стояла. Но дело в том, что... Там, наверное, не слышно, Сережа. Эти отбойники хоть защищали пешеходов от грязи, а сейчас их убрали, и все летит из-под колес сюда на тротуар. Ну, да. Особенно дождливую погоду. Какой-нибудь деятель летит и забрызгивает. А их очень много, этих деятелей. Так что мост конкретно сделали. Продумано. Делать. А вон они. Черные на черном. Лепаются там. Кайфуют. То, где мы на море, да? Да, лапки греют в воде. Ну. А что, сейчас вот теперь пошла ему, что по кайфу. Да, им сейчас хорошо. Ну все, ребят, идем домой. Сейчас Сережа поедет на работу. К 10 тебе? К 8? Молчит. Не знаю, тайна. Еще не сообщили, я еще сам не в курсе. Тут тоже парит что-то. Паровое. Вот трасса идет. Сейчас там, наверное, тоже пятачок. Там дальше, да, где теплотрасса идет, как всегда, ну, там асфальт, в первую очередь. А тут уже сломали новый забор. Ну, был он сломанный, по-моему. А потом нет, убрали его. Сделано со швеллера, вот это вот опора сама, верхняя трубка, швеллер, нет, как он, квадрат, ну, тонкостенный. А вырезали автогеном дырки и повесили чугун. Ну он просто всего-навсего квадрат не выдерживает, ломает. Да? Ну чугуняка такая. А, точно там растаивает. Висит. Уже прям темно. Сколько? Наверное, минут 15, наверное, да? Чего? Шестого. Ну не больше? Ну 20, не больше. Сейчас посмотрим. Ну-ка покажи. Сейчас, ребят, посмотрим, сколько времени. Блин, видео какое-то. 28 минут. Ты сделай вот так. Оп. Оп. Что? Да подожди, ты что ты делаешь? Видно. Вот. 17:28. Полчаса. Просто большой снег. Небольшой снег. Днем снег шел. Да, по-моему? Да. Не, я спал. Чуть-чуть шел. Может он этот снег. Снег и мороз. Говорят, Москву в этом году, да, снегом засыпает. Что прям там. Даром бы не нужен был бы этот снег. Видите, тоже. Прям блестит. Оторвано там. Глушитель оторван, все оторвано. Я и на себе разговариваю, Сережа. Ну, два артиста. Два дурачка, скажем. Да по-любому. Так, пятак мы не будем заходить? Шестерочку не будем заходить? Десяточку. Все, ребят, идем домой. Сейчас дождемся светофора. А вон опять елочку поставили, смотри. Каждый год, ребят, на балконе поставят елку. Где ты? А, вон. Ну и этот балкон. Балкон украсил. Ой, подожди, слушай, велит уже. Видите? Молодцы. Каждый год там. Шаволит. Ну. Причем светофор. Идем домой. Сейчас буду готовить пловик. Вкусный. Зачем?
хлеб, да, здоровую цену. Лестер, надеюсь, что мы начнем играть в вторых.